Подозреваемого в убийстве студентки Одесской юракадемии оставили под стражей еще на 2 месяца. Судебный процесс в отношении убийцы 17-летней Татьяны Маснюк впервые рассматривали в Овидиопольском районном суде. Труп первокурсницы был обнаружен 20 мая в Овидиопольском районе. В убийстве подозревается таксист, который признался в том, что изнасиловал девушку, после чего задушил ее и сжег труп. Позже подозреваемый признался в совершении еще одного убийства в 2014 году. Следующее заседание назначили на 12 января. По словам прокурора, процесс могут вернуть в Киевский районный суд, учитывая, что большинство свидетелей являются жителями Одессы. На данный момент продлили срок содержания под стражей на 2 месяца. На следующее заседание будут вызваны потерпевшие в данном криминальном провадении. Будем рассматривать по сути уже. Следующее заседание, одну секундочку, назначили на январь месяц. На 12.01 на 14 часов.